Глубокоуважаемые коллеги, позвольте пригласить вас от имени Евразийской ассоциации терапевтов на съезд ассоциации, который состоится в городе Ташкент, Республика Узбекистан, 18-19 мая 2018 года. Почему это мероприятие, которое стоит посетить? Не только потому, что будут затронуты основные аспекты внутренних болезней – кардиология, пульмонология, гастроэнтерология, нефрология, но и потому, что это мероприятие, сочетающее в себе уникальные образовательные форматы. Это скоростная сессия, быстрые доклады, сменяющиеся прямой дискуссии с лектором и потом дискуссии экспертов. Это мастер-классы, которые позволят подойти по-новому и по-новому взглянуть на спорные вопросы, использование тех или иных диагностических или лечебных методик. И, конечно, это симпозиумы с привлечением ведущих экспертов и специалистов в своих областях. Мы ждем вас на съезде ассоциации 18-19 мая, город Ташкент, Республика Узбекистан.